Привет, друзья, с вами Никита, и это продолжение прохождения кампании за Московское княжество в игре Европа 3 Божественный Ветер. Давайте в этот раз начнем с рассмотрения международной ситуации, какие изменения проходили за последнее время по сравнению с тем, что я помню. Помню по началу, помню по мере, когда мы периодически отвлекались на рассмотрение каких-то деталей. И давайте, наверное, начнем с запада и с севера. Что мы можем сказать по... Наверное, самое интересное изменение по Англии. Как мы видим, Англия захватила все британские острова. Более того, она активно продвинулась в на Пиренейском полуострове. То есть сейчас контролирует Галисию, Астурию, Кантабрию и Бискайю. Более того, изначально имея под своим контролем лишь Гасконь и Лабурдан, или, да, по-моему, Гасконь и Лабурдан, они также взяли Арманьяк и Биарн, но все-таки армия Франции на материке гораздо сильнее английской, и они сейчас контролируют эти территории. Не знаю, что им удастся у Англии, удастся ли, скажем так, Франции присоединить все эти земли, часть этих земель, либо они как-то договорятся иначе, и никакая из этих провинций к Франции не отойдет, но это не умаляет все-таки достижения Англии. Насколько я помню, ни в Бискае, ни в Кентабрии, ни в Астурии, ни в Галисии изначально английских территорий не было, а сейчас они, обратите внимание, есть. Что мы можем видеть в Италии, что мы можем видеть на Апеннинском полуострове? На Апеннинском полуострове можем видеть, что Неаполь расширился относительно своих изначальных провинций. Если мне память не изменяет, у них был окончание сапога, ну его, скажем так, непосредственно сапожная часть, это, по-моему, граница северная проходила по Абруцци. У них не было ни Сицилии, у них также не было Мальты, они сейчас его взяли, взяли также Анкону и Романию, в общем-то, неплохо продвинулись, и сейчас именно на Апеннинском полуострове они представляют основную силу. Что можно сказать по южным территориям, по Ближнему Востоку, по Египту, по Ливии? Мы можем сказать, что мамелюки, изначально контролируя преимущественно Египет, то есть долину Нила и часть территорий современных Израиля, Сирия, Ливана, они продвинулись чуть-чуть дальше, продвинулись аж до Северного Кавказа вплотную и взяли под свой контроль провинции Ван, Армению и Карабах, то есть даже до Армении дошли. Не говоря уж о том, что они продвинулись и также в сторону Ливии и Туниса, и, что интересно, по всей видимости, они контролировали в том числе и Тунис, и Габес, либо как-то иначе произошла ситуация, и после того Кастилия отняла у них эти территории, но мамлюки дошли аж до самого Алжира, то есть... По всей видимости, они действительно какое-то время назад контролировали также Тунис и Габес. То есть, сил у мамлюков сейчас, я так полагаю, немерено, но вот эти провинции, они со временем могут потерять, если не сформируют там достаточное количество подразделений. Потому что Кастилия хоть и также потеряла одну свою территорию, Бадахас. Хотя нет, по-моему, она изначально потеряла больше. Португалия вначале вроде как не контролировала ни Алгарви, ни Алентежу, ни Бадахас. Прошу прощения за корявое произношение этих провинций. Если кто-то знает португальский, испанский, надеюсь, они на меня также не будут сильно обижаться. Так что Кастилия, несмотря на то, что теряет несколько, но она и приобретает некоторые территории в Северной Африке. То есть так все складывается интересно, равномерно. Но мамлюки сейчас очень-очень сильны. То есть они контролируют всю восточную и большую часть южного побережья Средиземного моря. Это очень и очень мощно.
прям обзавидуешься им, и они гораздо больше ныне доступных нам территорий. Но давайте теперь вернемся к нам. Тут особо ничего больше сказать конкретного не могу. Здесь нам территории многие недоступны, просто не видны. Можно сказать еще, что Австрия интересным образом раскидалась по множеству провинций. По всей видимости, она их просто к себе присоединила за счет различных династических браков, поскольку просто так разбросаны отдельно территории не могли бы к ней отойти. Но, тем не менее, она разрослась, пускай даже и некоторыми обособленными провинциями, в том числе в Голландии, да, посмотрите. Голландия, Гельдерн, Альтмарк, то есть множеством провинций обзавелась интересным образом. И все остальное мы видели и с ним соприкасались вплотную. По Швеции ничего особого сказать нельзя, Норвегию она к себе так и не присоединяет. Англия также в Скандинавии никуда не продвигалась, разве что еще взяла на континенте Штадте. И более того, сейчас воюют против Дании, и под контролем их находится Шлезвиг. Что ж, друзья, давайте теперь вспомним, чем закончилась непосредственно наша серия для нашего же княжества. Мы провели успешную войну против Золотой Орды, присоединили к себе Тамбов и Воронеж, но это для нас несло некоторые издержки, нам пришлось поступиться нашей стабильностью, поскольку инфляция зашкаливала уже за 13%, зашла, и у нас возникло событие, наши советники нам выдвинули предложение о том, чтобы изменить монету на новую, на более надежную, чтобы народ ей доверял, хотя и это вызвало снижение стабильности и, более того, снижение нашего престижа аж на 15%, стабильности на 2 единицы. Теперь наша задача все это себе вернуть. Так, может быть, кстати, мы сейчас попробуем нанять искусного военачальника. У нас есть достаточно магистратов для того, чтобы позаказывать картин и увеличить наши культурные традиции. И попробуем, давайте, нанять более искусного военачальника, нежели наш текущий. У нас получается нанять на один уровень больше, и теперь у нас мы будем вкладывать ежемесячно в военное дело на 3 золотых больше. Мне кажется, неплохой размен получился в итоге. И пока что содержание армии оставляем в половину полного содержания, поскольку восстания могут возникнуть, как мы уже убедились, не одно, а сразу два, и армии могут быть достаточно сильными, и разбивать нам их придется, имея слишком низкий боевой дух, очень долго, и как бы они не начали разбивать нас, поэтому будем сохранять текущее значение по содержанию армии. С Золотой Ордой у нас перемирие истекает в 51 году. Надо иметь это в виду. Мне кажется, идеальной будет ситуация, что мы дождемся, пока вновь не начнем воевать против Золотой Орды, как можно быстрее под любым предлогом свернуть эту войну. То есть в идеале это захватить пару-тройку провинций, предложить им перемирие на любых условиях, которые они примут, и после этого объявить войну Новгороду и начать присоединение новгородских земель. Мне кажется, это наиболее оправданным и интересным вариантом. И у нас дополнительное событие, что в Венгрии завершается крестьянская война. Нестабильность последних лет подошла к концу. Ну что ж, могу их только поздравить. Хотя в Венгрии всего-то 4 провинции, какие там крестьянские восстания. Неужели они не могли с этим никак справиться? По всей видимости, действительно не могли, и Силезия предлагает нам династический брак, и мы, естественно, его откланиваем. Силезия нам откланяем, откланиваем. Силезия нам неинтересна в текущих условиях. Так, Золотая Орда сейчас продолжает все еще войну с Польшей и Литвой. Нам это на руку, пускай они тратят свои силы, пускай у них, как в песне, не будет ни минуты, ни секунды покоя, пускай они всегда будут заняты. Нам это только на пользу. Нам же нужно просто немножко подождать. Поэтому я ускоряю скорость времени, ускоряю время, с которым
Время же течет. Ускоряю скорость, с которой течет время. Вот правильные слова. Помирание нам также вновь предлагает династический брак. Мы от него отказываемся. Единственное, с кем можно было попробовать заключить династический брак, это Финляндия, но нам это, в общем, тоже не сильно интересно. У Финляндии, кстати, сейчас государственная религия православие, что, в общем-то, неплохо и делает им честь с нашей точки зрения. Будем иметь это в виду. Продолжаем ожидать. Для нас это, наверное, серия будет одна из наименее интересных. То есть ожидание, оно всегда не так приятно, как развитие и продвижение вперед. Но, в общем-то, все равно неплохо. Обострение дипломатических отношений. Иногда политические и военные конфликты возникали на почве личных оскорблений. Некоторые вещи прощать нельзя, и тогда мы получим повод для войны. Дипломатический выпад против Пскова. Либо же, если мы попытаемся снизить напряженность, отношения с Золотой Ордой, с Новгородом, с Псковом и с Польшей улучшатся на 60. Давайте так и сделаем, снизим напряженность. В том числе и с Новгородом, а когда нам потребуется, мы с Новгородом сами им нанесем оскорбление и испортим отношения, как только нам это потребуется. Воевать против Пскова я вижу совершенно необоснованным, тем паче, что у нас всего лишь дипломатический выпад, который не дает никаких плюсов при соединении территорий. То есть для нас это выгоды никакой существенной не несет. Борис Плещеев. Монетный двор работает очень результативно, а монеты никогда еще не были столь безупречны. Борис Плещеев заслуживает всяческих благодарностей. Что ж, действительно так, давайте посмотрим, что это нам дает. Ого! Его усилия восхищают всю нашу страну. Это дает 2 единицы стабильности и снижение инфляции на 1/10 в течение 6 ближайших лет. Это восхитительно. А давайте посмотрим, что нам дает другой выбор. Престиж увеличивается на 10% и также снижение инфляции на 6 лет. Нет, нас сейчас интересует именно увеличение стабильности. Давайте, его усилия восхищают всю нашу страну. И мы получаем очень-очень хорошую ситуацию. При такой ситуации нам вообще выгодно. Мы даже будем постепенно уходить немножко в плюс, пускай за год и всего на 1 единицу золотых. У нас все-таки есть некоторый запас по золоту в казне, и это немаловажно. А мы сейчас зато будем быстро терять в инфляции. То есть при такой ситуации, которая сейчас, у нас инфляция за ближайшие 5 лет снизится на 10%. Это здорово. Ой, не на 10, прошу прощения, а на всего лишь на 1%, но за 10 лет в текущих условиях это очень и очень немало. Пока же мы ожидаем, и когда у нас заканчивается перемирие, конкретно 2 сентября в 51 году, то есть чуть более чем через год. Теперь риски восстания несколько поубавились, что в Воронеже, что в Тамбове, уже не 12%, а всего лишь 7%. Нас это устраивает, и давайте скорее подведем армию. Более того, что мы можем наблюдать, Золотая Орда полностью выбила из Крыма, с территории Украины, Геную, образовала на бывших ее провинциях 2 новых государства, Запорожскую сечь в Азове и Византию в Кафе. Интересно восстановление Византии именно там. Что ж, забавно. Причем государственная религия, что нет, в Азове все-таки мусульманство, конкретно суннизм, а на территории Византии все-таки православие. Что ж, нас это устраивает? Вполне, наверное, да. Вполне-вполне устраивает. И формировать пока, наверное, мы новую армию не будем. И распределять силы между этими. Сначала завершим войну, а потом уже подумаем, как нам лучше поступить. Подавим перед войной, естественно, всякие мятежи. Противник отступает в Брянск. Давайте его попреследуем немножко. Потом отправим армию в Воронеж, а эту армию
ставим в Тамбове. В ходе этой войны не будем к себе присоединять никаких золотоордынских территорий. У нас сейчас совершенно другая задача. Как я уже говорил, мы постараемся как можно быстрее закончить войну. Мы постараемся как можно быстрее начать войну с Новгородом для полного присоединения. Государственный деятель жаждет власти. Иногда советники оказывались сплетниками и интриганами. Некоторые не останавливались ни перед чем, лишь бы очернить влиятельных лиц государства и занять их место в окружении монарха. Государственный деятель Афанасий Квашин умрет. Кто же этот Афанасий Квашин? Это случайно не тот? Я надеюсь, наш монетный мастер. Да и вы начальник, я бы не хотел, чтобы наш умирал. Но в этом случае престиж уменьшится на 2 и децентрализация, и ползунок внутренней политики сдвинется в сторону децентрализации. Нет, мы должны поддерживать строгий порядок. Никто не имеет права просто так же жаждать власти необоснованно, и нам придется казнить советника вне зависимости от того, что он для нас значил. Нет, это был именно государственный деятель, это не был наш военачальник, и, наверное, поэтому для нас это не так смертельно. Что ж, в этом случае давайте попробуем государственного деятеля заменить, но перед этим закажем 5 картин. Увеличим наши культурные традиции практически до максимума и наймем государственного советника аж 5 уровня. Теперь у нас все наши советники действительно выдающихся способностей. Это радует. 2 5 уровня, 1 4 действительно выдающиеся. Без всякого преувеличения. Даже без малейшего преувеличения. И мы ждем, когда начнется война против Золотой Орды. Да, у нас территория восстаний. Давайте, кстати, поглядим по карте риска восстаний. Проходит по недавно присоединенным территориям Смоленского княжества и территориям, которые мы колонизировали. Ну, опять же, колонизировали. Взяли у татар. И по большому счету небольшие, самые такие слабые проблемы в Великом Устюге, но они все еще остаются. То есть в Великом Устюге сейчас шансы на восстание 5,4%. Ну, в принципе, тоже немало, да? Если в Великом Устюге возникнут проблемы, нам армию очень долго туда выводить. Надеюсь, что они все-таки не возникнут. Тогда нам скорее придется даже новую армию формировать. Это будет несколько проще. 2 сентября. Давайте-то побыстрее до 2 сентября доведем ситуацию. Смотрите, несмотря на то, что именно Золотая Орда формировала, организовала государство в провинции Азов Запорожскую Сечь, сейчас эта же самая Запорожская Сечь пытается уже отобрать территории, и у нее что-то даже получается. Как интересно. Так, дело подходит к сентябрю, и давайте теперь содержание наших армий увеличим на полную катушку, для того, чтобы они были в любую секунду готовы выступить. И мы начинаем войну. Давайте сразу разобьем вражескую армию в провинции Харьков. Для нас это очень важно. И отошлем в сарай шпиона. Отошлем шпиона для того, чтобы получить достоверную информацию о передвижении вражеских сил. И нам удается, что у Золотой Орды с армиями у них даже хуже, чем ныне у нас. У них всего лишь 33 тысячи человек, у нас 36. И из них 10 тысяч человек находится в Харькове. Где остальная армия, я пока что не знаю. Возможно, воюют на каких-то других территориях. Например, в Кафе. Нет, в Азове их нету. В Кафе, по всей видимости. Также у них война с Казанским ханством в Молдавии. Да, по всей видимости, также. А, вот еще часть их армии мы видим. Да, возможно, они где-то действуют далеко на востоке, и нам это лишь доставляет дополнительные удобства. Вне всякого сомнения. В Харьков мы прибудем 16 сентября. И генерал Яким Воронцов тут же в самом начале сражения был убит, и теперь у наших противников есть дополнительное преимущество в сражении против нас. Что ж, неприятно, особенно сейчас, когда мы наносили им потери в размере 4 единиц, они нам
4 человек, а не нам 670, это очень неприятно. Да, мы типа потеряли 4000 человек, они потеряли меньше 2000, но победа все-таки осталась за нами, и давайте их преследовать до полного разгрома. Сами же пока пытаемся взять штурм Богучар. Есть у нас все шансы на успех с первого же захода. И да, Богучар перешел под наш контроль. Вторую армию тоже отводим в Черкасск. Пробуем сразу разгромить вражескую армию полностью, а после этого уже будем думать о том, как взять под контроль их провинции и добиться перемирия. Кстати, в принципе, друзья, мы можем уже попробовать им предложить мир на условиях того, что они... А, нет, они пока не согласны вообще ни на какое перемирие. Поэтому нам придется действовать несколько иначе. Ну ж, ладно, давайте тогда попробуем провести штурм Черкасска. Но нет, сил нам на это, к сожалению, не хватило. И в то же самое время Золотая Орда заканчивает войны с малыми государствами, с Молдавией, с Византией. Возможно, скоро закончится Азовом. И, возможно, однозначно. И, кстати, я ошибся. У них все-таки на западе, именно в Молдавии, находилась еще одна сильная армия. Я бы сказал, наиболее и единственная оставшаяся именно сильная армия. В ней сейчас 14 тысяч человек из... скольких? Из 23 тысяч человек, которые есть у них вообще в наличии. Так, раз в Черкасске такая ситуация, давайте поступим следующим образом. Мы в Черкасск перенаправим эту армию, а после того, как эта армия прибудет, нам важно будет попасть в Харьков и разбить вот эту малую армию Золотой Орды в 3000 человек, для того, чтобы она не объединилась потом с вот этой сильнейшей армией. Вот так и делаем. Нам различные события выскакивают о чужих для нас войнах. Но мы все-таки будем иметь их в виду, и Черкасск переходит теперь под наш контроль, что вполне себе замечательно. К сожалению, эту армию мы не успеваем застигнуть в Харькове и отводим тогда силы в сторону Богучара и встретим врагов в Пензе, которые как раз туда двигаются в размере всего лишь одного полка, но и один полк это немало. Меж тем... Попробуем вновь предложить им мир, потребовать с них дань. Они, к сожалению, не принимают до сих пор. Это значит, что нам нужно разгромить их армию и присоединить еще одну или две провинции, для того, чтобы они стали чуть более сговорчивыми. Фальц объявляет войну Австрии. Нам это вновь не интересно, то есть нам приходит сообщение большинство о войнах различных, которые ведутся гораздо западнее нас, даже с нами не на границе зачастую. Тем временем у нас неприятная ситуация. На нашу армию, еще недостаточно готовую, напала более сильная вражеская армия. И более того, у нас, кстати, нету здесь командующего, которого необходимо назначить. Пусть даже это будет Василий... Борис, прошу прощения, Первый Рюрикович. Кстати, что у нас там с наследником? Да у нас уже наследник в возрасте 34 лет, поэтому даже если мы потеряем Бориса Первого, ничего страшного нету. Хотя он тоже достаточно молод, ему, по-моему, что-то в районе 30, ну, до 40 лет однозначно. И у нас есть шанс, кстати, одержать победу в Черкасске, и мы ее одерживаем, при этом понеся даже чуть меньшие потери, чем наш противник. В Саратове нас тоже ждал успех, и мы попробуем его сейчас поштурмовать. Эта армия отступает в Калмыкию, преследовать мы ее не будем, нам это не выгодно. И Саратов мы в начале марта попробуем взять штурмом. Проводим штурм. Так, ни одна из этих армий не движется на нас, не хочет вступить с нами в битву, и это замечательно. К сожалению, в Саратове нам не удалось закрепиться, не удалось взять штурмом крепость. Это дело мы, наверное, переживем. Как-нибудь-то переживем. И давайте направимся в Харьков для того, чтобы разбить сильную вражескую армию там. Хотя нет, зачем?
просто испугнули их, и этого достаточно. Не будем их преследовать, а вот в Богучаре нам определенно стоит обратить внимание наших противников. В Саратове ждем июня, и в июне попробуем уже повторить штурм. А после этого отправимся в Пензу для того, чтобы разбить этот несчастный полк. Татарский несчастный полк. Этих ребят мы вновь спугнули. Советник, который прибывает, нас не интересует. Он слишком слаб и совсем не по нашему направлению. И, по всей видимости, этот штурм нам также не удастся. К сожалению, вражеские войска не были разбиты. Но давайте попробуем вновь предложить перемирие и потребовать с них дань. Нет, вновь. Они не принимают эти условия, к сожалению. У них силы все еще есть, хотя и не такие большие. По крайней мере, однозначно гораздо меньше наших сил. Но застать их врасплох нам как-то пока не удается. Вот эту армию мы, например, разбить не можем. А давайте, кстати, попросим проход войск. Нет. Нет, к сожалению, Запорожская сечь нам не предоставляет проход войск, а так бы мы могли разбить армию на их территории и облегчить их ситуацию. Кстати, Золотая Орда самостоятельно предлагает нам мирное предложение, но исключительно просто признать свое поражение, не выплачивая дань. Мне кажется, для нас это не очень выгодно. Нам интереснее именно с них получить дань, дополнительный доход, что отнюдь не маловажно. И наконец-то нам в Харькове удалось эту армию разбить. Давайте попробуем провести штурм, вдруг нам удастся дополнительную территорию под свой контроль взять. И да, нам это удается. Теперь мы выдвигаемся в Кубань. Попробуем ее взять под контроль, если только сейчас они такие не примут. Нет, все еще условия по дани не принимают, к сожалению, татары. И с наступлением сентября попробуем провести в Саратове третий штурм. Надеюсь, хотя бы он уже увенчается успехом. А на Кубани мы этот штурм проведем в октябре. Предварительно только запасемся немножко силами в Черкасске. Давайте, ребята, ну давайте, додавите. Красавцы, молодцы. Как вы считаете? На мой взгляд, действительно красавцы и молодцы. Им удалось. Политика невмешательства. Кажется, ситуация, когда центральное правительство не оказывает особого влияния на жизнь области, лучше всего подходит для провинции Нижний Новгород. Нашему невмешательству в местные дела привело к подъему провинциальной экономики. Мы, по-моему, видели это сообщение, и нам определенно гораздо лучше принять выбор, раз они так хотят обложить их налогом. Это значит, что наша казна увеличится на 100%, на 100 единиц золотых, что очень немало. Да, здорово, централизация все-таки приводит к своим, приводит к определенным плодам. Плоды эти вкусные, то есть мы берем под контроль и сами назначаем, точнее контролируем все основные дела провинции, которые касаются именно таких масштабных проектов, масштабных задач, а они сами уже разбираются внутри своей провинции по мелким делам. Но не так, что каждый князь контролирует абсолютно все дела каждой отдельной провинции. Все-таки власть центра для нас сейчас очень важна, хотя она исторически возникает у нас такая крепкая централизованная власть гораздо раньше, нежели это происходило в нашей истории. Например, только к этому времени, если мне память не изменяет, заканчиваются у нас последние крупные междоусобные войны, которые длились 20 или 30 лет, по-моему, начиная с 1420-х годов. Что ж, казна увеличивается на 100 единиц, и это великолепно, вне всякого сомнения, это великолепно, и у нас, мне кажется, ситуация постепенно выправляется, и мы приобретаем дополнительные силы и навыки. Давайте попробуем еще раз предложить перемирие на условиях, что они платят нам дань. И да, замечательно, более того, не только нам платят дань, но и нам удается склонить их к тому, что они перестают быть вассалами державы Византии. Это очень круто, и нас такая ситуация устраивает. Более чем, да? Замечательно. Золотая Орда принимает наше предложение о мире. Теперь мы выдвигаемся в сторону новгородских земель.
Давайте, наверное, где-нибудь в январе месяце, то есть в самом начале года, объявим о том, что мы снимаем с себя, точнее, Новгород снимает с себя вассальные обязательства перед нами, и начнем, как только наши армии подойдут к пограничным территориям, начнем войну. Но начнем войну мы уже в следующей серии, для того, чтобы логично их разделить, не смешивать все в кучу. В этой мы занимались укреплением ситуации внутри государства, занимались подготовкой ситуации для войны против Новгорода, то есть вновь обложили Золотую Орду данью, сняли вассальные обязательства с Византии, которая она была должна... Нет, не так. Вассальные обязательства с Византией, которые она держала перед Золотой Ордой. И нас это более чем устраивает. То есть почву мы полностью подготовили. Кстати, это тот, как раз тот год, когда Византия пала. То есть исторически она, по-моему, пала только в 1453 году. Пал Константинополь, если мне память не изменяет. Но, однако, Византия пала гораздо раньше. Турки ее взяли под свой контроль. Хотя здесь потом вклинилась Венеция. Но сейчас у нас Византия расположена в Кафе. Хоть она и образовалась изначально как вассальное государство, но мы их, повторюсь еще раз, освободили от вассальной зависимости. И как-то я прозевал, что время, пока болтал, время дошло уже до марта. Но ничего страшного. Давайте на этом закончим серию. В следующей начнем войну против Новгорода. Я думаю, нам удастся закончить ее и в течение одной войны, хотя далеко не факт. Ну, друзья, большое спасибо за просмотр. Для вас играл и комментировал Никита. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.